Сейчас буду заниматься изготовлением наличников, чтобы защитить пену от выклевывания птицами, от разрушения от солнечного света. Так что приступим.
смотришь, кажется криво. Проверял двумя уровнями, все в нулях, вообще не пойму. Окно закончил, сейчас буду делать на второе наличие. Все равно кажется криво. Похоже, у меня уровни глючат. Полдня провозился. То одно, то другое. То не попадаю в размеры. Еще жара печет 23 в тени. Так выглядят теперь окна.